8 лет Стругова за убийство друга табуретом получил житель села Усть-Хайрюзово на Камчатке. Обвинительный приговор 28-летнему мужчине прозвучал в Тегельском районном суде. Как напомнили в прокуратуре региона, трагедия произошла в ноябре прошлого года. Тогда подсудимый выпивал в компании друзей. В какой-то момент приятели начали ссориться, и злоумышленник принялся избивать своего товарища руками, ногами, а затем и вовсе схватился за предмет мебели. Всего мужчине было нанесено не менее 26 ударов, от травм он скончался на месте. Фигурант признал вину в совершении преступления и раскаялся. Ближайшие годы он проведет в колонии. Приговор не вступил в законную силу, его еще можно обжаловать.